Всім привіт, друзі! Сьогодні у нас я вирішив записати такий відос з такою вечірньою каткою. Зараз у нас 19:21. В общем, тут і з чувачками на своїй локації тут. На хомспоті, так сказати, тут багато машин, блядь. Да. Тут у нас це Давид. Здорово. О. Тимчик делает какие-то финтифлюшки. У меня, в общем, беда ободу произошла. Он у меня просто такой лютой восьмеркой. И он его согнув своими гепами, дропами. А вот он одинарный, он просто у меня сложился в мясо. Просто одинарный обода, никого не боится, дерьмо. Там разошелся полностью шов, он согнувся там просто в коні, блядь. Поэтому мне Тимчик дал погонять своё всё старое колесо. Огромное спасибо Тёмчику. Офигенное колесо. Воно намного лучше мого. Тут двойный обод. Втулка классно. Звук у неї хороший. И также, чего ж мне Тёмчик дав своё старое колесо? А того, что Тёмчик купив себе новое колесо. Покажи. А именно, обод. Давай сейчас продемонстрируем. G-Sport. Roll Cage. Опа, G-Sport Roll Cage и втулочка Primo Remix. Може, включи. Фонарик. Похер, потом. Втулка Primo Remix. Специки тут. Odyssey, да? Ну да, Odyssey. Оба G-Sport. Ну, по Chromax с него была. Ну, наверное, це не одіссеївська. Ну, не знаю. Може, все одна одіссеївська, остальні якісь базарні. В общем, класна втулка, звучок. Та все. Ай, в лицо, чувак! А, в лицо брызгает! Грязь! Офигенный звук! Классное колесо, правда там на драйвере подстерті зубчики, но если хорошо у тебя рецепт нормально. Но Тёмчик, ты в дальнейшем купишь драйвер, да? Отлично! В общем, вот так, катаемся мы. У нас последние две недели дерьмовая погода. Дерьмовая погода, и мы не выезжаем кататься из-за дождя. Но сегодня у нас вечером нема дождя, нам повезло, и сьогодні у нас видався шанс так виїхати вечірком катнути. В общем, зараз ганяємо в магаз. Короче, да. Все, ми повернулися. Включили фонарі. Тепер тут отлично світло. Не темно. Якийсь дождик моросить, як завжди. Ну, осінь, чо. Ну все, зараз будемо тут катати. 7:30 Шо? 7:30 7:30 включать фонарі. Ну, да. Вот так вот. В общем, не пройшло и 10 минут, как спустився дощ. Хороший такий, уже дуже мокра дорога, як ви бачите. И катати стало дуже важко, тому що ноги скользять, у мене покришки слікові, вони скользять жорстко. Вот так вот. Тёмыч, давай трюк. Блядь, ніхера не видно. Трёх? Давай трюк, да. Трёха давай. Ноги трёха. О, весь экран мокрый. Прийду, буду велик протирать. Та зачем? Снимай сейчас меня, как я пару трюков сделаю. Да. В общем, дождь пипец. Уже лужи появились, велик весь мокрый, просто жесть. Короче, идем до чумака магаза под навес, бо другого выхода немає. Дождь идет жесть. Тупо виїхали, блядь, два раз на дві неділі покатати, под дощ попали. А, ну як це називається? Що, покриші будуть в дерьмі в цьому болоті. О, боже. В общем, зараз подійдемо по чумак і попробуємо щось розкатати, тому що другого виходу немає. Це єдине місце, де є навіс більш-менш великий. Так, зараз будемо тут катати. Вот такое место. Ой. Люфтик, люфтик. Нормально. У меня рельева люфтик. Вот, сверху ее не видно? А нет, уже видно. Что, ночуем под чумаком 24 часа чая? Да. Давай, снимай.
Блин, прикол в том, что ничего не видно. Даже при максимальной... О! Короче, снимай, я сейчас буду делать. О, давай! Хлебушка! Вот так не видно, а так видно. Давай. Снимаешь? Да? Да, як у нас в учительки, вот такий пересвет, що вообще лица не видно. Потом на відео побачиш. А, мене не видно? Да, там біле лицо чисто. Давай. Давай. Ой, бо. Нор. Ты снял, да? Не, а хто ж? Да в смысле? Повторюй. Я ж казав скользкі педалі. Давай ще раз. Не повезло. А може ні? Ні, давай ще раз. Уверен? Да, я просто нічого не бачу. Давай. Сейчас ще раз. Увіз. Блін, кривий, звісно, не докрутив його, ну ладно, хай такий буде. Нормально, з базарної гори пойде. Нормально, так. Покатить. Да. Ти сняв, да? Да. Короче, я не знаю, що можна робити. Давай, що я не знаю, що робити. Давай. Ось сюди дропну, я не знаю. Студійний світ. Дима. Ну стой, 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 стой. Зато велосипед, дай, по-моему. Дай, дай, дай. О. Зато велик, по-моему. Качественный переход. На. Давай. В общем, вот такие суровые стрит у нас тут. Зелёный фонарь. На. В общем. Короче, я не знаю, что снимать. Все пошло не по плану. Начался дождь. Так что так. Конечно, влог будет коротким, но нема что снимать просто. Мало того, что ночь, темно. На профайл, на профайл. Да. Мало того, что темно ночь, так еще и... Так еще и дождь идет жесткий. Ну, я, может, он утихнет, конечно, возможно. Но даже если он утихнет, все равно много болота сейчас, колюш. Да, я к дому ехать. По изи. Мне по жопе, я к сегодня ехать. Ё-моё! Ну, оно так не видно, это надо на свет. Жесть! А хочешь прикол? Короче, я заїхав чумак, що не помню, що купить. Тупо біле небо, немає ні хмаринки, ні єдиної, даже білий. Сьогодні? Ні, не сьогодні, літом, дощ іде. Я виглядаю, а хмар немає. Літня погода така. Да. Блін, ти вифігов, в тебе тканєва сідушечка. Так. Ой, пам'ятаю, в мене була тканєва сідушка, я під дощ попав. Фух, це була жесть, вона в мене вся промокла. Просто в коні. Стильняшка, черні обода. Чуєш, як чорна примарінка? Ні, знаєш як? Біла обода, спиці металік,
Белые втулки. Белая втулка. Белая рама, наверное. В общем, будем ждать дождь. Будем переждать дождь. Сегодня остановимся там. Все равно будем катать. Я не знаю, это сейчас катать, конечно, ехать, но... Ну, тут нема что снимать, так что... Все. Еще меньше стало, так что поехали. Да. Ой. В общем, погода дерьмо, мы уже уезжаем со спота. Сейчас под конец я на улице сделаю с маленького стыда. Лучший оператор. Ти на жопу приземлився? Як мене сідло посів, блядь, здесь. Ти на жопу сів? Так. Як Бодяныч? Чувак, я їбав, блядь. Скользко, блядь. Блядь, приземлився. Тут з боку ба... Ноги з педалі соскользнули. Скользко, блядь, жесть. Фух, ну нах. Був би самий штик. Без сідла. Був би прикол. Прикол, да. Короче, в жопу таки, таку погоду кататься, в общем, мы по домам. Видос, конечно, короткий получился, но нема, что снимать попросту. Шорсы. Нет, шорсы мы снимать не будем. Короче, все, по домам. Затопило всю дорогу, це пипец. Жесть. Ой, что с погодой, боже. Выехали покатать вечером. О, ноли. Я вообще все, поедем домой, бо полный трэш. Красиво, конечно, но катать таки, такую погоду не дуже. Особенно, как я ноли только что сделал. Ага. Если там было видно, если ты это снял. Что там происходит? А, тут и дядька. С собакой. Сейчас, если собака нас будет нападать, да, смотрите. Нападает. Не бой. Ой, бежит, бежит, бежит. Ну что, давай? Давай, фейки сделаю. Да все, я понял. Последние фейки. Да давай. Я не могу. Последний. Не хочу. КС-ку. Да. Да. Я буду прям слайд-слайдом. О, постричу. Все, по домам. Тормозить страшно ногами, сейчас нога бег на катку. Сидимо ж, давай. Покида. Всем дякую, кто будет снимать видос. Все, всем удачки. А я пішов домой. Всем пока.